Добрый день, дорогие друзья! Как вы уже поняли по картиночке, сегодня я хочу поговорить с вами о пинетках, всех пинетках, на которые уже есть мастер-классы. Немножко отодвигаем и смотрим. Вот такая пинеточка, нарядная, простая, красивая, с цветочками. Вяжется очень просто. Далее пинеточка, ботиночки с переплетениями, наверное, вот так лучше показывать. Вот. Буду сразу снимать, потому что ножек у меня не так много и, в общем-то, хочется показать как можно больше. Это не буду одевать. Видите, да, тоже переплетение, очень такие тепленькие, красивые, интересные пинеточки. Подробные мастер-классы на моем канале, ссылочка будет под видео и в комментариях. Каждый мастер-класс — это шаг за шагом, то есть очень подробно каждое провязывание я показываю. Подошва, такие нарядные белые, видите, красивые пинеточки. Далее совершенно простые, столбиков с накидом и с бантиком. Если бантик уберете, то можно сделать в любом цвете для мальчика. Ну, конечно же, без бантика. Застежечка. Дальше из толстой пряжи, если вы только начинающая рукодельница, очень вяжется быстро, пинеточки получаются теплые. Еще одни пинетки с бисером, ой, точнее с бусинками. Для бисера, в общем-то, великоваты бусины, поэтому, хотя можно сделать и с бисером, с крупным. Далее вот такие пинеточки, вот такие, пинеточки, видите, с рюшами, дальше пинеточки, вот такие, покажу пинеточки, ботиночки, я прям хочу одеть на ножку. Мастер-классы, напоминаю, на моем канале очень подробные. Не буду расстегивать, а вот, знаете, вот прямо вот так возьму и натяну. Держится хорошо, видите, на ножке. Очень красиво, интересно смотрится. Подошва. Видите, коса хорошо видна. Ботиночки в любом цвете можно сделать, на мальчика, на девочку. Тут, в общем-то, уже все зависит от того, что вы хотите сделать и как. Теплые вот такие, очень толстая пряжа, вместо таких носков, видите, красивые, интересные и достаточно простые, вяжутся очень-очень быстро. Еще одни ботиночки оденем на ножку. Быстренько. Вот такие. Все мастер-классы на моем канале. Размер, конечно же, будет зависеть от вашей плотности. Давайте еще посмотрим. Ну, в общем-то, очень большая тема. У меня связано огромное просто количество различных пинеток. Как для мальчиков, так для девочек. Вы можете связать в любом цвете. Можете поэкспериментировать. Такие малинки выполнены. Видите, тоже интересные. Простые. Давайте поправим. Вот видите, подошва хорошо видна. И материал используется как полушерсть, так и полухлопок. То есть там 50 на 50, по-моему, с акрилом. Ну, давайте еще вот такие посмотрим. И на этом закончим. Все, опять же, мастер-классы
на все, что я показала, вы буквально там даже в нескольких вариантах я показываю. Вот хорошо, видите, здесь вышивка еще выполнена. В этом мастер-классе там показано несколько вариантов. Можно вот так закатать. Ну, то есть можно повыше сделать, можно покороче, можно ботиночками даже, то есть остановиться вот на этом месте. Все в ваших руках, экспериментируйте. И, конечно же, вяжите вместе со мной. Творческих вам успехов и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!